Здравствуйте, гости и друзья моего канала. С вами Марина и мой канал «Марина и орхидеи». Сегодня среда, и к нам в город привезли замечательные орхидеи. И это сделал Леруа Мерлен. Я приехала в магазин, который расположен на Правобережном тракте. И вот такие красивые мультифлорки встретили меня там. Их цена 433 рубля. Такая красавица Мадонна или Хат Глаттер по-другому. Замечательная красивая орхидея с великолепной корневой системой. Они были представлены тремя видами мультифлор. Все по 433 рубля орхидеи. Вот эти вот Мадонны, белые орхидеи, скажите, прям букетик. И розовенькие полосатые, это Сога Вивьен. Я высматривала варигатные, таких не было. Обычные, с зеленой листвой. Ну, вот посмотрите, тут корней не густо. Вот она, Сога Вивьен, во всей своей красе. Красивое мультифлорное поле. Красивые кустики, набитые. И недорого. Единственное, они в девятых горшочках маленьких. Ну, им, наверное, хватает, их корневой. Она небольшая. Орхидеи были по 595 рублей и по 622 рубля. Вот эти по 595. Корневая хорошая. И это Pink Balance или Бухарест. Четкий полосатик. Здесь прямо над орхидеями расположены розовые лампы. Идет небольшое искажение цвета. Что-то здесь с упаковкой, почему-то политая орхидея. Вот такая пульсация. Плотненький букетик цветов, хорошие бутончики. Все хорошо с этой орхидеей. Их несколько. Здесь тоже мы видим с вами корни. Ну, белая. Без комментариев. Отличная орхидея. Здесь тоже мокренькая орхидея. Сейчас, конечно, уже не страшно. Орхидеи не замерзнут. Сегодня у нас плюс 2 градуса. Такая весна. Это Сакраменто. Не очень крупная. Ну, поэтому она в сетевой магазин и попала. Красавица. Еще одна политая орхидея. Это красотка Стелленбош. Темная. В этот раз не крупные цветочки. Ну, конечно, отсвечивает от упаковки. Бутоны хорошие. Завод свежий. Сегодняшний. Ну, вот смотрите, аж капает. Это Red Lip, Red Eye. Белая орхидея с красной губой. Еще одна красавица в хорошем качестве. Хорошая розеточка. Эта орхидея для меня незнакомка. На латеральных лепестках красные крапинки. Ну, не очень в хорошем состоянии цветочки. Может быть, подзадержалась орхидея с прошлого завоза. Высокие листья. И это красавица Равена. Прям звездочка. Она по мере отцветания становится более розовой, ну а пока она персиковая. Красивая.
чарующая. Не зря ее девочки заказывают, приобретают. Красотка. Что-то здесь происходит в горшочке. Это орхидея Нарбона. Она тоже похожа с прошлой недели. Один бутончик завял. Цветочки тоже привяли. Но пока на оценку не уносят. Хорошие корни, видно. Конечно, не так много. И вот такая розовая, однотонная орхидея. Подсказать не могу, как называется. Не знаю. Хорошая. Бутоны на месте, все хорошо, не сушит. Немного корешков есть, почему-то листики ободрали. И это орхидея Кеншин. Такая плотная, бордовая, без ярко выраженных крапинок, с незначительной такой полосатостью сверху, темненькая. А через ряды Тилансии мы видим с вами орхидеи по 622 рубля. И здесь стоит орхидея Summer Pride, яркое лето. Ее к нам возили в качестве Solid Gold по 1222 рубля. Скажите, приятно за 622 рубля, но пока стоит, еще не купили. Замечательная губа из охристого цвета, переход фиолетовый, очень красивая. Здесь еще сюрприз, хорошая корневая. И вот такой красавец Леонтин ждет свою покупательницу, свою будущую хозяйку. Вот такой красавчик. Ну, из биглипов это все. Других не было. Красивый. Тоже хорошая корневая. Средняя розеточка. И еще один Pink Balance или Бухарест, но уже по другой цене, по 622 рубля. Их прям несколько. Из них можно было выбрать. Еще одна красивая орхидея. Тоже затрудняюсь с названием. Вот такая замечательная. По 1333 рубля привезли Solid Gold. Это Limelight на два цветоноса. И посмотрите, кто это, леди в мармелад. Высоченные, по 80-90 сантиметров. Горшки обычные, 12-е, но какие огромные ветви. Такие красивые цветы. Цветочек 10 сантиметров. Обворожительная орхидея. Ну и крашеные. Как без них? А с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока и до новых встреч, до новых орхидейных путешествий. Скоро увидимся!